looks like he's waking up. Come on. Stop slacking. We gotta get him in the city before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower, safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stone Market. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old watch. The voices! Stop the nightmares! The gloom's getting worse. Everywhere except Old Dale. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. You'll learn that soon enough. All he cares about is progress. You want to see more of these bloody pipes everywhere? You are the boss. That's enough. Do you? That's not food for our bellies. That's not medicine for the sick. You don't think you're safe because you've got a job shoveling shit for the rich. The Baron has a noose for every one of us. But change is coming. Orion is going to bring change. The Baron will burn. See, they're scared of the truth. Keep your head down. Do that. Who are you speaking with? Run! Stop! Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить нашего вора. У нас, в общем-то, первая, уже, так сказать, полноценная глава в игре. Всего у нас здесь, в общем-то, да, 60 единиц лута обычного и 4, так сказать, уникального. Еще плюс, да, здесь вот, в общем-то, в первой главе есть такие вот штуки, как газеты. Их можно еще, да, естественно, найти в городе будет, соответственно, я вам, соответственно, да, их тоже покажу местоположение. Вот, кому интересно, опять же, также на паузе читайте. Продолжаем проходить на максимальной сложности, если что. То есть это особое, 1300 очков, соответственно, с включенным режимом железного человека, как вы понимаете. Поэтому, в общем-то, будет довольно так интересно. Вот нам тут надо по сюжету этой главы добраться вот до часовой башни. Собственно говоря, давайте этим, в общем-то, и заниматься. Здоровье, соответственно, все тут собирая. Так, ух, тут еще и швабра упала. Так, вот там у нас два стражника. И у одного из них есть кошелечек. И еще... У него же есть один документ. Сейчас они у нас так удобно встанут. Вот так вот, и мы вот сейчас украдем как раз правила блокады. Опять же, в общем, считайте на паузе, кому интересно. Так, и мы обратно в тень. The watch have locked down Stone Market. But when did I ever let a lock? Сейчас вот аккуратненько вот так вот за него, за вот этого стражника, в общем-то, залетаем. И здесь берем две монетки. И здесь у нас, кстати, первый уникальный трофей в этой главе. В общем, находится он вот здесь. Это у нас кольца Серенди. Соответственно, кольцо с аметистами. Вот, в общем-то, да, опять же, почитайте описание всей коллекции. Вот, напоминаю, да, если что, то мое прохождение, оно в каком-то смысле довольно уникально, потому что я соберу
смысле, как, я вам хочу показать, сколько стоит вообще каждая коллекция в игре. Для этого нам надо, соответственно, собрать, ну, короче, пройти игру так, чтобы у нас под конец, собственно говоря, когда мы пройдем уже восьмую главу, у нас были собраны они все. То есть не собирать какую-либо из этих коллекций во время непосредственно прохождения игры. Так, конечно, да, можно сделать, так очень легко, в принципе, да, можно сделать. Вот, но я такого, в принципе, вот ни у кого не видел на Ютубе. Поэтому буду таким довольно уникальным. Так, здесь у нас, да, охотничья стрела. Охотничьи стрелы, да, мы использовать, если что, не можем. То есть они нам годятся только, если что, на продажу. Так, и тут еще можно стырить кошелечек. Такой. Тут сейчас, в общем-то, будьте аккуратны, сразу в тенек не ныряйте. Потому что вот этот вот товарищ, он как-то очень странно, если честно, работает. Он может вас запалить, в общем, если что. Так, сейчас он нас опять это будет обыскивать тело, вот это. Так, ну вот сейчас вот, по идее, можно уже прыгать обратно, да. А, здесь у нас, да, еще вот лежит тут вот водяная стрела. Также, да, по поводу стрел, опять же, хочу вам напомнить, то, что я себе запрещаю использовать те стрелы, которые даются за DLC, соответственно, призрака, и, соответственно, деньги, которые даются за 3 DLC уже, это, соответственно, призрак, оппортунист и хищник. Поэтому, опять же, будет довольно интересно. Следующая, да, часть у нас обещает быть довольно интересной, потому что все-таки это у нас будет город. Вот, и город мы будем с вами отбирать непосредственно в эпизодах между главами, так сказать. Вот, да, по поводу статистики, она у нас должна быть, в общем-то, вот такой вот к этому моменту. Так, тут мы сейчас пролезаем. И здесь мы натыкаемся на лавку ювелира. What are you looking at? Price on that jeweled mask. Be enough to feed 100 squawking mouths for a year. Don't you go catching a conscience now. Worst thing is. I can cut through the jewelers to get around these gates. Тут у нас три стражника. В общем-то, да, по поводу этого прохождения вообще у меня здесь были проблемы либо вот в шестой главе, которая, в принципе, считается одной из самых сложных, либо здесь, в общем-то, где-то в начале. То есть где-то вот, примерно середину игры я уже так, вы понимаете, довольно хорошо выучил. Так, тут мы его сейчас обкрадываем обратно, в общем-то, в тенек. Тут мы сейчас наверх запрыгиваем. И здесь вот у нас лежит еще монетка, которую мы, естественно, с вами забираем. И сейчас аккуратненько-аккуратненько надо будет пройти к центральной двери этой ювелирки. Ее можно там взломать, если что. Здесь у нас, да, всего, если что, то 8, это в смысле 12, да, карманных краж. И 8 замков вообще во всей этой главе можно взломать. Соответственно, все это мы с вами, естественно, сделаем. Все, сломали. Так, сейчас мы опять обратно подождем патруль. У нас ребята проходят. И здесь у нас еще лежит монетка вот на ящике. Взламываем мы шкатулку. В шкатулке у нас, да, еще одна охотничья стрела. Угу. И, собственно говоря, пойдемте уже непосредственно вовнутрь. Ну, правда, мы тут еще кое-какой лут соберем по ходу. Так, тут вот у нас дверка. Мы ее сейчас открываем. И за ней у нас лежит кошелечек. Поэтому что-то не забудьте его взять. Он тут так это довольно скрыто, так сказать, лежит. Можно очень легко пропустить. Особенно, если вы дверь не закрываете за собой. Угу. Так, еда. Собственно говоря,
идем за Нивелир, будем через черный вход заходить. Так, тут у нас весь город, так сказать, страдает из-за этого мрака. Пока что нам неизвестно, что это вообще, в принципе, такое. Сейчас взламываем две дверки. И идем мы за вот этого вот сейчас я непосредственно, да, которую взламываю. Потому что тут у нас есть еще один лутецкий. Это у нас этот ножик, который у нас лежит вот тут. Тут сейчас надо нам, да, подождать охранника. Вот он у нас, да, сюда сейчас придет, посмотрит. Никого не увидит. И мы сейчас туда как раз рванем. Вот тут у нас лежит ножичек. К этому моменту у нас, в общем, по статистике должно быть что-то типа вот такого быть. И мы идем непосредственно уже в самую ювелирную лавку эту. Закрываем дверку. Эту мы сейчас тоже закрываем. И, собственно говоря, Лайгров. У него есть, как видите, да, два кошелечка. Мы их сейчас тырим. Так, тут ножик. Тут у нас... тихо. Чернильница. Так, вот лучше, да, ориентируйтесь на то, когда он будет говорить. То есть он говорит тут первый раз то, что письмо еще не готово. Это значит, что он пойдет обратно к тому столу, на котором у нас, соответственно, да, письмо лежит. А, вот, да, по поводу вскрывания картин. Это здесь, конечно, влияет, да, естественно, свою роль. То есть я, как видите, так это потихоньку ее именно прощупываю. И, соответственно, постоянно просто спамлю на кнопку взаимодействия. Соответственно, вот такой вот я способ придумал, чтобы открывать, ну, соответственно, да, открывать вот эти вот все картины. Потому что, по сути своей, по-другому никак. То есть, как бы, на клавиатуре. Я, по-моему, слышал то, что, да, на геймпаде это... У вас геймпад непосредственно вибрирует, когда вы там находите кнопку. То есть, поэтому это, конечно, геймпад чуть легче. Так, я ее что, пропустил, что ли? Где-то она... Так, да, вот здесь, по-моему, пропустил. Так, по поводу кода. По-моему, я вам показывал, да, этот самый... собственно говоря, его письмо. Код у нас, да, если что, здесь 739. Так, 7 3 и 9. Вот так вот. An original and a copy. A nice scam, Lygrove. Good of you to write it down for me. По-моему, здесь вот на самом деле Гаррета озвучивает тот актер, который озвучивал этого самого Вито Скалетто в «Мафии» во второй. Вот, конечно, у него голос хорош, но до голоса, конечно, Стивена Рассела ему еще далеко. Очень сильно далеко причем. Все-таки вот, когда я услышал, если честно, правда, голос Стивена Рассела, это, если что, да, человек, если кто не знает, то это, да, человек, который озвучивал Гаррета в оригинальной трилогии «Вора». Когда я услышал его голос, то мне вот показалось то, что лучшего голоса, в принципе, для главного героя стелс-игры, в принципе, его подобрать даже нельзя. Настолько вот он аж прям такой, не знаю, там загадочный, типа того, прям пропитан непосредственно, да, атмосферой стелса. Конечно же, есть еще и у нас этот Дэвид Бейтсон. Ну, это уже, как бы, я бы не сказал, что, конечно, Хитман, он очень сильно похож на вора. Ну, конечно, да, и то, и другое стелс, но все-таки вор, он более такой, он больше стелс, чем Хитман, мне так кажется. А, и здесь у нас, да, здесь у нас, в общем-то, замочек, в общем-то, на сейфе, он у нас аж пятиступенчатый, поэтому надо его аккуратненько взламывать, учитывая то, что у нас здесь спит охранник. Вот, охранник все это дело слышит, если мы здесь ошибаемся. А, конечно, да, некоторые вещи, например, да, вот прощупывание рамы у картины, это проще делать на геймпаде. Но вот, например, взламывать гораздо проще на клавомыши. Почему? Потому что ты на геймпаде должен держать этот самый стик.
Вот, а на клава-мыши ты, соответственно, повернул мышь, и все. В общем, то есть просто можешь ее, не знаю, там оставить, соответственно. Вот, в статистике, в общем-то, такая должна быть к этому моменту. А, и все, то есть некоторые вещи, конечно, на геймпаде делают тут проще немного. Да, некоторые на клавиатуре. Так, тут мы сейчас собираем этот самый главный зал, так сказать. Тут вот тоже очень не спешите. Касса у нас, если что, на третий уровень замка закрыта. Ну, в смысле, как это, он трехступенчатый, имею в виду. Вот, охранник здесь, это тоже все дело палит, если вы здесь ошибаетесь. Мы его сейчас украдем. И здесь вот тоже у нас закрыто на трехступенчатый. Вот, мы его сейчас аккуратненько тоже... Не спеша, взломаем, потому что у охранника еще целый круг аж. Так, забираем тут. Главное, вот эти витрины, да, закрывайте. Потому что он это может запалить дело, что с витрины открыты. Вот это вот главное, такое самое... Самое страшное, это вот эту вот витрину, на самом деле, лутать. Потому что... Она в середине, она под светом еще. Так, тут у нас... Угу. Так, тут у нас еще один уникальный трофей. Кстати, уже последний в этой главе, если что. Маска с драгоценностями. Это у нас трофей клиентов. Угу. Так, и тут у нас что? Тут у нас сережки. Хорошо. Ожерелье. И еще брошка. Так, ну и еще один вот такой круг. И все, мы тут все уже с вами полутаем. Как раз. Maybe I'll sleep tonight. Хорошо. Еще нам осталось здесь только 4 предмета взять. На самом деле, в этой вот во всей комнате. Так, отходи, брошка, там сережки, там кольцо, по-моему, да, было, брошь и, собственно, ожерелье. И вот я уже вижу то, что мы уже все, в общем, с вами взяли здесь, то есть 899 этих самых единиц общего лута, соответственно, да, вот 50 из 60, значит, то, что все у нас к этому моменту уже есть. Можем идти на второй этаж. Вот на втором этаже, соответственно, у нас последние уже единицы лута в этой главе. Тут у нас лежит, в общем, еда. Если что, да, еду мы, естественно, будем продавать. Так же, по сути, как и маг, естественно, потому что, как бы, нафига они нам? Играем мы все равно без повреждений, то есть, как бы, еда и маг, собственно говоря, да, так как мы играем без концентрации. Нам они вообще не нужны абсолютно. Поэтому еда у нас только на продажу. Так, сережки, бокальчик и, собственно, газета. Кто следит за сторожевыми псами? Угу. Так, и пойдем в комнату, куда у нас вот эта вот мадам ушла. Так, тут у нас тоже Каркарыч, еще и стражник спит. Поэтому надо быть поаккуратнее в этом моменте. Так, а здесь у нас, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть, по-моему, 4 предмета. Первый у нас вот тут вот, монетки. А тут у нас еще лежит вот тут вот бокальчик. И здесь вот у нас в столе, в верхнем левом ящике, нож для бумаг. Еще монетки. Вот все мы тут взяли. И пойдемте мы обратно. Так, тут уже, в принципе, по ковру можно уже спокойно идти. Еще бокальчик. И, собственно говоря, еще вот здесь лежит расческа. И тут еще, опять же, есть газета. У нас, в общем-то, блокада. В общем, опять же, почитайте на паузе. А, и по поводу лута у нас уже, в общем-то, как вы понимаете, все должно быть к этому моменту собрано. Именно по луту, то есть карманные кражи, как видите, да, у нас 8, в смысле, пока что, как я говорил, да, их, если что, 12 здесь можно максимум сделать.
Поэтому нам еще осталось еще 4 сделать, и, в общем, все, здесь у нас будет максимум. И, соответственно, в общем-то, замки мы тут тоже, в общем-то, все взломали, если что. Так, тут у нас стражники беседуют. У одного из них есть кошельки. Сейчас мы их с вами заберем. I read that before the Baron was born, the city was at war. Read it, did you? Oh, bloody friggin' da. Nothing like being there, is it? The streets have seen all manner of shit. Fires, plagues. Don't forget the war. It was with Blackwood, all right? More of a squabble than a war. Of course, if our neighbors catch wind of the shit pile we're in now, you'll see your bloody war. Wonder if the Baron can do something to stop the sickness from spreading. Word goes, we're getting orders to off anyone who shares lodging with a Gloomer, house by house. What? Well, that's serious business. Shit, would we get more coin? Business, watch Alley. Только доплаты интересуют, да? Maybe I'll sleep tonight. Так, и здесь у нас, в общем-то, еще вот есть два стражника, у которых тоже есть по кошельку. Соответственно, уже последние в этой главе. А вот этого правого мы, в общем-то, первым будем обворовывать. Сейчас тут у нас сделают одну анимацию. Именно, в общем-то, вот такую вот, да. После этого можем ему подскакивать, сбирать и обратно в тенек. Остался у нас, соответственно, последний уже. Careful, she's off to fetch the piss pot. Так, его мы сейчас, в общем-то, вот так вот отбираем. И сейчас подождем, опять же, когда они у нас тут зажгут факел. И, в принципе, я думаю, я на этом буду с вами прощаться. Дальше у нас, в общем-то, только диалоги. Дальше у нас, если что, уже конец главы. Если что, да, в конце, в самом, я выйду, опять же, в главное меню. Покажу вам то, что у нас такая статистика в этом сейве. А так, что я вам хочу на этом сказать. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, рассказывайте всяко моим друзьям. Всем за все, как всегда, большое-большое спасибо. Все-таки такое прохождение, оно стоит того, как мне кажется, чтобы оставить комментарий и нажать на лайк. В общем-то, всем еще раз за это все спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем на этом, в общем, пока. I just ate some of that before shift started. I was the shitsop who stood waist-deep in the stuff, carting them out. Seems as if we spend more time catching our breath instead of thieving lifters. That's why you want a nice patrol like this. Stone Market's not so bad. You pay no mind to the coughing and crying. Not so bad? The sickness, the protests, this lockdown. Something's coming. I can feel it.